Всем привет! С вами снова Виктория, и вы на канале о жизни в Египте, в Хургаде. Сегодня, как вы видите, друзья, мы пришли снова на конюшню. Называется эта конюшня Desert Valley Ranch. Что здесь можно делать? Здесь можно взять лошадку на двухчасовую езду в пустыню. Здесь можно взять лошадку на путешествие по морю, а также сделать фотосессию. Здесь можно просто провести время, потому что здесь очень романтично. Там у нас пикниковая зона, сейчас покажу. Здесь можно все и насытиться энергией лошадей. Но для начала их нужно покормить. Давайте пойдем кормить. Ой, там как-то вот так надо ложить. Ой! Подожди. Давай. Обнимашки. Кто будет обнимашки со мной? Давай. Тюнька моя. Тюська моя. Идите, моя малюська. Идите, моя малюська. Тимонёнька моя, манёнька. Ты голодная была. А я тоже по гороскопу лошадь, представляешь? Поэтому я люблю лошадей. Так, вот такие здесь разные лошади. Вы решили лошадку завести, да? А что вы будете делать? Какой проект? Кататься. У нас еще пикси. Кататься. Еще одним собираемся делать. Серьезно, да? Это мальчик. И сколько? Сколько ему? 9 месяцев. 9 месяцев. Лёсня, иди сюда. Тебя покормили морковкой, потому что у меня уже нету. Так. А это, смотри, какой красивый коняра. Я сегодня буду кататься на тебе или нет? Здесь, типа, маленькое кафе, друзья. Эй, Марко, заходи. О, здесь можно посидеть, съесть мясо, выпить кофе. Вот там вот, ой, а там лошадки сразу, кстати. Мы сейчас пойдем с другой стороны. Это кафе, вы поняли, ресторан местный. Идем дальше. Ресторан. К лошадям, очень романтично. Идемте к лошадкам, идем. Да, классный. Маркус, ты им принес гостиниц? Ой, смотри какой. Ты серьезный парень. Мы без гостиницы уже съели морковку. Серьезно, идем дальше. А, ну идем сюда. Здесь выход. Вот так, друзья. Здесь такая конюшня, корм свежий. Вот такая территория. Друзья. Вы поняли, что это все находится в пустыне. Вот туалет, там ручки помыть. Здесь вот пекут, запекают мясо, зона барбекю. Посидеть можно. Ну, а вокруг пустыня, вы уже догадались. А, друзья, смотрите, какая очаровательная лошадка, ее зовут Сандра. И сейчас мне ее дали, знаете, для чего? Чтобы покататься верхом. Так что я сейчас испытаю эту лошадку. Пойдем, кам! Вау, какая ты классная. Надеюсь, ты спокойная. Потому что я буду бояться тебя, вообще буду. Вот. Мне дали самую такую спокойную лошадь. Я попросила, потому что, ну, сами понимаете, я сейчас, видите, как романтично одета. Я должна, в общем, думать о своей безопасности. Да. Давай. Давай, я так не буду.
Family. Вот дорога сюда. И вот здесь находится наше место. Вот лошадка идет, Сандра. Так, садимся в машину и едем. Сейчас мы едем на море. Вот уже актеры кино переоделись. Мы идем сейчас к лошадкам. Мы уже пришли к морю, друзья. Здесь дорога рядышком. Видите, какая красота, пустыня. Наслаждайтесь. Ждем лошадок сейчас. Вот так выглядит морская прогулка с лошадьми, как видите. Вас могут встретить в аэропорту или в отеле непосредственно. У нас есть машины. Вы можете приехать сразу на море, и здесь вас будут ждать лошади. Или же вы можете поехать на ферму и провести время там. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне обязательно комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и я жду встречи с вами. Всего хорошего, до встречи, до свидания.